смотри, Лиза, как у нас спирейка распустилась. Одна и другая. Ты жасмин. Сейчас здесь все будем прибирать. Московская красавица, туя и рябинки. Все уже я копала. Вот когда они уже будут большие? Второй год. Вот. Лет через 5, наверное. Жасмин. Наши астры. Вот почистила их, теперь они позеленели. Скоро будут уже расцветать. Сейчас будем за розами ухаживать. А для начала посадим астильбу. Такая она, я ее замочу сейчас. Мы будем сажать.